Добрый день, я Решетникова Христина, номинант премии «Достижение года». Я очень рада, что мою кандидатуру выдвинула профсоюзная организация городской администрации. Для меня это большая честь, ведь создавая проект «Муралов», я очень хотела изменить архитектурную среду нашего города и республики, сделать наши города более комфортными для проживания. 27 января в Мирном пройдет юбилейная молодежная премия профсоюза «Профалмаз» «Достижение года». После двухлетнего перерыва пятая премия соберет лучших молодых членов профсоюза в 7 номинациях. Из них 6 индивидуальных и 1 коллективная. Претенденты на получение премии – члены профсоюза «Профалмаз» до 35 лет, участвующие в жизни предприятий и родного города. Имена победителей премии «Достижение года» узнаем в эту пятницу.